день, коллеги! Рада вас приветствовать на очередном выпуске передачи «Быть ближе». И сегодняшний наш выпуск посвящен теме коммуникации в гинекологии. Представлю сегодняшних экспертов. Ирина Владимировна Игнатко, член-корреспондент РАН, профессор, доктор наук, врач-акушер-гинеколог. Камиль Рафаэльевич Бахтияров, врач-акушер-гинеколог, руководитель направления акушерства и гинекологии сети клиник «Семейная», профессор, преподаватель кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии МГСМУ имени Сеченова. И представлю Виктора Александровича Владимирова, врач-гинеколог-репродуктолог, занимается самыми сложными случаями бесплодия в сети клиник К-31 «Петровские ворота». Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что нашли возможность и время прийти. Мы поговорим сегодня о коммуникации в гинекологии. Тема, с одной стороны, похожая на все наши прочие темы коммуникации, а с другой стороны, отличающаяся, потому что пациенты врача-гинеколога – это пациенты особенные. Мы поговорим о том, какие они, как правильно выстраивать общение с ними. И, Ирина Владимировна, вот можно первый вопрос вам адресую? Конечно, с удовольствием. На ваш взгляд, в чем особенность? Вот чем отличаются пациенты врача-гинеколога от любого другого врача, там, лора? Замечательный вопрос, и хотелось бы, наверное, начать ответ со слов своего учителя, академика Александра Николаевича Стрижакова, который всегда говорит, что специальность акушера-гинеколога – специальность интимная. И, конечно, здесь многие вопросы, касающиеся не только здоровья, но и общего самочувствия, психологического какого-то комфорта, дискомфорта, они всегда очень личные, очень, может быть, даже не раскрываемые с пациенткой перед самой собой. И задача акушера-гинеколога как раз войти в такой контакт с пациенткой, когда она расскажет ему даже больше, чем самой себе, подруге, матери и так далее. И вот здесь вот действительно очень тесный контакт пациента и врача значительно более важен, нежели, ну, пусть меня поймут правильно мои коллеги, в других врачебных специальностях. Помимо прочего, зачастую, если мы говорим, в частности, не только об акушерстве, вернее, не только о гинекологии, но и об акушерстве, здесь, конечно, речь идет о семье в целом, которая может быть заинтересована в состоянии здоровья женщины, будущего ребенка, беспокоиться они будут, семья в целом значительно больше о ее самочувствии. И контакт важен не только врача с пациенткой, но и с семьей. Как интересно, Камиль Рафаэльевич, вот если продолжать тему контакта с семьей, насколько часто, по вашему опыту, приходится такой контакт выстраивать? Или, скорее, ваша пациентка – это вот там, женщина и только? На самом деле, в большинстве случаев, конечно, приходят женщины, да, но есть некоторые проблемы гинекологические, когда нам приходится и общаться с мужьями. Очень приятно отметить, что в последнее время, когда пара хочет получить ребеночка, они приходят вдвоем и говорят: доктор, что нам сделать для того, чтобы у нас родился здоровый ребенок? Какие пройти обследования? И ты уже смотришь на эту пару, и тебе намного приятнее общаться с такой парой, которая заинтересована в конечном результате. Ты понимаешь, что они будут выполнять все твои рекомендации, и эффект от этой работы, он будет намного выше, если ты имеешь только как бы контакт с одной женщиной. Вот, поэтому это очень важно. Я думаю, что вот у Виктора Александровича у него более тяжелые случаи бывают. А вы сейчас спросим, да, обязательно? Да, потому что к нему приходят уже такие отчаявшиеся женщины, особенно это касается возрастных женщин, которые там 46-47 лет, вдруг вот они надумали рожать, им нужно срочно бежать к репродуктологу и любой ценой получить ребенка. Камиль Рафаэльевич передает эстафету. Виктор Александрович, бывает ли обратная ситуация, когда вы желали бы видеть на приеме семью, но приходит одна женщина, и случается ли такое, что вам требуется потратить какие-то усилия на то, чтобы организовать приход супруга? Такие ситуации бывают, но, скажем, достаточно редко, потому что пара, как правило, это совместное решение о беременности принимает, и, соответственно, и мужчина, и женщина приходят вместе. Чаще всего, если мужчина нет на приеме, то это почему-то он не смог прийти. То есть в процентах в 90 приходят вдвоем.
То есть и приезжают, ну не только Москва, а регионы, откуда приезжают, то есть вдвоем. То есть мужчины часто считают, что у него все хорошо, особенно если это второй брак, есть дети, считают, с ним все в порядке. Или такая ментальность, что в бесплодии обвиняет только женщину, что это только ее проблема, а у него как бы все в порядке. Поэтому бывает, но я не сказал, что это острая какая-то проблема, она решается. Потому что, как правило, ко мне обращаются пары, когда, ну, своего рода отчаяние какое-то есть. То есть они подошли к некому рубежу, когда им нужно принимать это решение, и мужчина уже да. Это, как правило, проходит не то что месяц, годы. То есть перепробовано много что. То есть это и внутрисемейные какие-то проблемы уже бывают, которые люди переросли, им нужно двигаться дальше. То есть это такое небыстрое решение, и пара приходит вдвоем, как правило. И в этот момент поступают к вам пары? Или вы оказываетесь в эпицентре решения? Я оказываюсь в эпицентре решения медицинской проблемы. Угу. Если говорить о репродуктологии, как части медицины, как части акушерской гинекологии вообще, то, скажем, здесь доля по времени принятия клинического решения с медицинской точки зрения и очень маленькая. То есть, скажем, часовая консультация, решение о том, что делать, я принимаю через 3-5 минут. То есть я знаю, что нужно сделать, у меня есть довольно четкий план и шаги. Оставшиеся 50 минут? Да, но довести до пары, понять, что хотят, какой путь они... Потому что редко бывает, что есть один путь. То есть есть разные варианты с той или иной степенью вероятности достижения результата. Бывает путь, пара говорит, нет, там один процент, буквально 1%, и говорит, а мой 1%, я хочу идти этим путем. Бывает, что паре нужно сделать эти шаги, чтобы перейти к более эффективной методике лечения. То есть это вот основная трудность донести, потому что приняв это решение, мы садимся в одну лодку и гребем вместе. Долго и тяжело. Я с двумя веслами. Пациенты с одной стороны, я с другой. Поэтому решение, оно такое. И мы вот до эфира с Камилой Фрейлисом разговаривали. То есть второй прием, у нас уже принято решение, у нас уже есть план, и мы двигаемся. То есть это движение, оно продолжается, пока нам нет необходимости пересмотреть как-то план или решение. Но вот первая встреча, первая беседа, она крайне важна. Угу. То есть принятие решения. И если говорить вообще, то есть чтобы я советовал, то есть понять, что человек хочет. Потому что далеко не всегда очевидно, пришли, потому что нужен ребенок. Не совсем это бывает так. Зачем еще приходит к врачу-репродуктологу? Бывает, женщине нужно показать, что она действительно хочет сделать эти шаги перед мужем. Возможно, это второй брак или поздний брак. То есть нужно задержать мужчину и показать, что да, она хочет это сделать. Была пациентка, 44 года, мужчине 29. Я говорю, да, окей, шансы у нас низкие, но двигаемся вперед. Мы получили эмбрионы. Я говорю, шансы у нас такие-то. И перед переносом, то есть когда эмбрион помещаем уже в полость матки, у нее был страх в глазах, что все получится. Она не хотела этой беременности. То есть ей нужно было... И у нас было 3 эмбриона. Мы один перенесли, за другими она не вернулась. То есть, и это был неудачный перенос. Да, это был неудачный перенос. То есть это там низкие очень шансы, но тем не менее. Но они были. И она испугалась. То есть она не пришла. То есть было совершенно там другое решение. Другой мотив, почему она пришла. Такая значительная часть психологической работы ложится на плечи врача. Как и у всех врачей, здесь, наверное, особенно. Работая в хирургическом стационаре, у меня день делился на до обхода и после обхода. То есть сделать обход, то есть пообщаться с своими пациентами, все обсудить. Это было самое тяжелое. Идти в операционную – это был отдых. То есть сидишь в операционной, это тяжелая операция, ты выходишь весь в мыле буквально, там сырой весь. Там провел 2-3 часа. Тебе хорошо. Общение – это всегда тяжело. Люди, чья работа связана не только в медицине, с общением с людьми, понимают, что это самое сложное. Поэтому и вот в медицине, в акушерской гинекологии, в репродуктологии общение крайне важно. Без него не обойтись. И часто пациент, принимая решение, почему еще важно с клинической точки зрения, если пациент доверяет врачу, доверяет его мнению и решению, вероятно, что мы дойдем до конечного результата, действительно решим медицинскую проблему, она намного выше. Угу. Если нет этого доверия, если пациент не видит, что врач его понимает, говорит с ним на одном языке, вероятно, что мы дойдем до конца, даже это правильное клиническое решение намного ниже. То есть это важно, общение с пациентом, то есть донести, что мы собираемся делать, почему собираемся делать, чтобы пациент доверял.
И доверие действительно один из факторов развитого комплаенса у пациентов наравне с информированностью. Ирина Владимировна, как это в вашей практике? Вот мы убедились, что общение с пациентом... В отношении доверия, да? А в отношении доверия. Вот каким, за счет каких инструментов удается это доверие выстроить? Инструментов достаточно много. Это, безусловно, ну, скажем так, информированность врача о той ситуации, в которой находится пациентка и семья, потому что, имея полную информацию, мы можем уже лавировать в отношении того, как мы это можем объяснить, как мы это можем донести и какую ответную реакцию со стороны пациентки и, соответственно, семьи, супруга или только ее самой мы можем получить. И выстраивать доверие можно только имея в руках вот такую вот информацию. Получить ее бывает достаточно сложно. Вы предвосхитили мой вопрос. Да. Что помогает получить информацию? Но ведь вот здесь вот уже, конечно, подключается масса всевозможных, ну, скажем так, и личных приемов в том числе. К сожалению, в медицинских вузах вот этой коммуникации до сих пор не обучают. Ни в одной программе нет этого. И единственное, что, конечно, у нас еще осталось традиционно этика и деонтология взаимоотношений врача и пациентки, врача и врача, врача и медицинского, ну, среднего медицинского персонала, но, тем не менее, это несколько такие уже, может быть, принципы, не устраивающие пациентов и врачей на сегодняшний день. И здесь, конечно, ну, я, например, точно считаю, что каждый акушер-гинеколог – это психолог. Потому что без какой-то психологической составляющей, к которой приходишь сам зачастую, да, опять же, питаясь и учась у своих пациентов – без этого невозможно не получить ту самую информацию, которая для нас является, наверное, самой ценной, не выстроить какие-то взаимоотношения, тем более доверительные, как мы прежде всего и рассчитываем, ну и не прийти к какому-то совместному консенсусу, потому что если доверия нет, нет взаимопонимания, то пациентка не придет, ну это немножечко не тот пример, но тем не менее, да, не придет, придет к другому доктору. Моменты, касающиеся вот этого выстраивания, они на сегодняшний день сложны и нашим студентам, да, студентам, ординаторам и молодым врачам этого, конечно, не хватает, потому что, ну, естественно, сам приходишь только с опытом, сам набираешь этот опыт в течение практически всей профессиональной жизни. Была ли у вас, может быть, в начале вашего профессионального пути какая-то история или серия историй, которая вот стала такими знаковыми с точки зрения развития у вас навыков выстраивания доверительных отношений с пациентами? Ну, вы знаете, наверное, какой-то один пример неудачного выстраивания взаимоотношений я привести не смогу, потому что все время, наверное, в какой-то степени, ну вот это мой личный принцип, я выстраивала отношения, выдавая 100% кредит доверия своей пациентке и ее семье, и, ну, скажем так, пытаясь подстроиться или настроиться на их волну. Поэтому вот совсем отрицательных моментов нет, а положительные. Но положительное – это то, что люди возвращаются за третьим, за четвертым, за пятым ребенком, наверное, да. Это вот как раз то доверие, когда они благодарят, приходя к тебе снова и снова. Может быть, не говоря слов благодарности бесконечно и постоянно, но, тем не менее, вот возврат пациента, возвращение пациентки за ребенком, за тем, что в семье является одним из самых дорогих, наверное, самым дорогим, это уже говорит о многом. Несомненно. И, естественно, это приходит со временем, потому что пока мы родили одного, когда к четвертому приходим как минимум, лет 10-15 проходит. Но четвертый-пятый, это, конечно, впечатляет. Камиль Рафаэльевич, было в 2016 году исследование, которое показывало, что примерно 45% пациенток предпочитают женщину-врача. С женщиной, врачом-гинекологом, как им кажется, им было бы легче обсуждать там какие-то интимные аспекты. А что подсказывает ваш опыт? Для меня как бы самое главное – это врач, как для человека. Да? Многим женщинам, конечно, трудно выбрать специалиста, потому что, допустим, ну, люди с восточным менталитетом, да, они говорят, вот нам все-таки как-то с женщиной комфортно, да, раздеться перед мужчиной. Ну, мы все понимаем, что это очень интимная специальность. Вот, как бы осмотр у гинеколога не всегда как бы приятный. Вот, это, конечно, большой стресс. Задача доктора, конечно же, пациента отвлечь от этого стресса. И тут, конечно, мы... Как отвлечь?
Слушайте дальше. Да, конечно же, мы используем всевозможные приемы. Да? То есть есть люди, которые приходят к тебе первый раз. Это одна ситуация. Ты, конечно, с пациентом стараешься выстроить доверительные отношения. То есть ты интересуешься, задаешь какие-то наводящие вопросы. Ну, например, есть такая очень частая проблема, как недержание мочи. И есть определенные статистические данные о том, что после примерно 45 лет 40-45% женщин страдает этой патологией. Если мы посмотрим историю болезни наших коллег, то не везде есть указание на то, что эта проблема есть. А почему? Потому что пациенты считают эту проблему стыдной, и не всегда они как бы про это говорят. Если же доктор задает наводящие вопросы аккуратно, да, то есть он провел уже определенный сбор анамнеза и спрашивает, а как вот у вас с недержанием. Бывает так, что вы там спортом занимаетесь, кашлянули, чихнули, моча подтекает. Тут пациентка уже как бы говорит, да, бывает, доктор. Вот. И, конечно, это проблема, ты записываешь определенный диагноз. Вот. Поэтому очень важны эти доверительные отношения, конечно, как с опытом, когда у человека уже больше 20 лет опыта, а, собственно, у нас у всех здесь присутствующих более 20, у кого-то даже еще больше, мы, конечно, уже имеем свои приемы, как пациентку разговорить. Да? Ну, вот это самое интересное, да, правда, да, прием. Да, как пациентку разговорить? Ну, во-первых, если уж совсем как бы начинать с самого начала, что доктор должен выглядеть определенным образом. Если у меня приходит студент там, с длинными волосами, с сережкой, как бы, я его просто сажаю и говорю, вот смотри, говорю, вот твоя жена забеременеет. Вот она придет к такому доктору, да, там, татуированному и так далее. Мы, конечно, сейчас все толерантны, но представьте, вот такой человек будет осматривать там, твою жену. Тебе это приятно будет? Знаете, многие задумываются. Я говорю, или, допустим, твою маму будет осматривать, вот, как доктор-гинеколог. Вот. Потом, ну, смотри, говорю, какой у тебя халат? Халат, говорю, мятый. Ты его достал там 3 недели не стирал. В первую очередь, конечно, наши пациентки смотрят на нас как на людей, да, насколько мы выглядим, насколько мы улыбаемся. Есть еще очень одна такая важная проблема, да, потому что доктор, все мы люди, у всех у нас есть какие-то проблемы домашние, какие-то, которые нам приходится решать там, с детьми, с родителями и так далее. Но доктор, который приходит на работу, все эти проблемы должен оставлять за пределами кабинета. Как бы ни хотелось там хмуриться, там, я не знаю, и так далее, но это очень важно, и пациенты это чувствуют. Идешь ты на консультативный прием, идешь ты в операционную, ты должен сконцентрироваться на проблеме пациента. И, наверное, это отличительная особенность хороших докторов, потому что то, что у доктора должны быть хорошие знания, он должен лечить пациентов с позиции доказательной медицины, это все понятно. Но доказательную медицину ее просто так не пришьешь. Пациент, может быть, узнает, какой ты доктор через год, через 2, через 3, а может быть, через 10 лет. Но так как ты его примешь, какая будет сервисная составляющая в хорошем смысле слова. То есть доктор не должен кофе подавать пациенту. Вы понимаете, вы сейчас своими словами просто открываете ящик Пандоры. Потому что вот слово сервис применительно к, да, сервисной составляющей применительно к медицине, в этом, это просто вот такой в этом, триггер. Да, в этом нет ничего плохого. Сервисная составляющая, и мы должны стараться, чтобы пациенту было комфортно. Да, вот у меня, например, в кабинете иногда я включаю кондиционер. Я всегда спрашиваю, вам комфортно? Если вам холодно, я выключу. То есть пациента должен доктор расположить к себе. Иначе ничего не получится. Что касается каких-то приемов, ну, я не буду рассказывать все тонкости, но... Какие-нибудь, да. Ну, у всех у нас есть как бы дети, да, мы можем поговорить о детях, кто в каких секциях занимается, и пациенты совершенно с большим удовольствием, даже которые, ну, приходят с какими-то там опухолями и так далее, говорят, да, вот у меня там ребенок этим занимается, ему это интересно. Есть контакт человеческий. Почему вы считаете, что это важно? Ну, ведь фактически вы говорите о некоторой технологии small talk, да, вот там наведение мостов. Дело в том, что, ну, мне приходится выступать на
всевозможных телепрограммах, и многие пациенты, и даже пациенты мне такие вопросы в интернете как бы ставят передо мной. Они говорят: понимаете, Камир Рафаэльевич, то, что вы можете рассказать про эндометриоз, он говорит, мы не сомневаемся. А вот, как мне написала одна пациентка, а мне вот интересно, как вы относитесь к женщинам, которым 50 лет, что вы в них цените и так далее. То есть в первую очередь пациенты хотят видеть в тебе человека. Человек. Да, человека. Какой ты человек, какие у тебя моральные принципы. Да, это же очень важно. Как ты относишься к детям, к старшим людям и так далее. Все-таки врач, он как бы на ладони, понимаете? То есть его видно. Вот. Как интересно. Если доктор там как-то пренебрежительно относится к пациенту, это вообще как бы недопустимо. Вот. А в нашей специальности пациентка может просто закрыться, и все, и ты уже информацию не получишь. Особенно это касается, когда ты обсуждаешь вопросы инфекций, передаваемых половым путем. Да? То есть пациентку нужно разговорить. Вот. Разные ситуации бывают. Да? Понятно, что мы живем в век сексуальной революции. Вот. Нам нужно понимать, например, сколько у нее половых партнеров. Пациентку нужно разговаривать, нам нужно понять, как нам лечить. Просто у меня была ситуация, когда, это было достаточно давно, когда приходит молодая красивая девушка, значит, с трихомониазом, я ее лечу ее мужа, вот. Мужа лечит, вернее, уролог, вот, и мы никак не можем понять, почему у нас мазки нормальные не получаются. Оказывается, она еще потом выяснила, что она жила с шофером своего мужа. То есть вот такая вот история. И это выяснилось только вот на второй раз. Можно я, Ирина Владимировна, адресую вопрос? Вот смотрите, Камиль Рафаэльевич говорит, что пациенты в первую очередь во враче видят человека. У любого человека, и врач здесь не исключение, есть некоторые границы терпимости. Что-то в этой жизни мне там кажется близким, симпатичным, я это поддерживаю, но где-то есть границы. Вот там, не знаю, наличие шофера мужа вот в этом треугольнике, а это может быть еще там какое-то количество. Где вот та грань, где врач готов обсуждать, включать в план лечения вот какие-то дополнительные аспекты жизни пациента? И в какой момент это должно закончиться? Или не должно никогда? Это очень интересный вопрос, потому что зачастую вот эти взаимоотношения доверительные выстраиваются очень интуитивно. Мне, наверное, об этом проще говорить как женщине, я не знаю, как с интуицией у мужчин, но, наверное, в акушерстве и гинекологии, да, без этого никак. Но вот здесь вот как раз эти границы, есть какие-то общие, наверное, принципы моральные, на которых мы все росли, и тем не менее, даже эти принципы можно иногда оставить в стороне, если ты понимаешь, что, задав какой-то, может быть, не очень удобный вопрос пациентке, тем не менее ты выстроишь с ней вот то, что тебе поможет вылечить ее, дать ей живого, здорового ребенка и так далее. Но надо сказать, что редко это очень бывает, но тем не менее пациентка с запущенными формами сифилиса, которыми она болела, вернее, заразилась уже не один десяток лет назад, сопутствующими гепатитами и прочими, скажем так, не очень хорошими привычками в прошлом, приходит, дабы получить здорового ребенка уже в другом браке. И вот здесь вот, я не могу сказать, что очень часто задаешь вопросы, а как вот так случилось, вот как вы могли или как вы вообще себе позволили, и на что же вы теперь рассчитываете, имея вот такую кучу проблем. Нет, это ни в коем случае недопустимо, потому что наверняка она себя уже морально наказала и не один раз. И зачем же ее, как говорится, добивать в этом отношении, задавая вот эти вот вопросы? Виктор Александрович, вот уже было упомянуто, что к вам приходят зачастую женщины, пары, отчаявшиеся, уже там, имеющие какой-то опыт попыток заведения ребенка, обратившиеся к другим врачам. Вероятно, они делятся с вами разного рода историями, и вы наверняка собрали такую коллекцию дентологических ошибок ваших коллег. Имена, пароли, явки в меньшей степени важны. А что, на ваш взгляд, является совершенно недопустимым в поведении врача-репродуктолога, но, возможно, ваши пациентки с этим сталкивались? Специально я не спрашиваю. То есть, как правило,
почему ушли и так далее, то есть какие ошибки совершили. Часто пациенты сами рассказывают, то есть врач сделал то-то, это меня расстроило. А самое частое, топ, наверное, это будет, она в меня не верит. Врач? Да. То есть у пациента складывается впечатление, что она в меня не верит, поэтому я ушла. То есть там тяжелая ситуация, она в меня не верит. Или она сказала, так, все, приходи, 2 минуты со мной пообщалась, ушла. То есть не было установленного контакта, как я уже говорил, то есть решение принять быстро можно. Но донести, и вот этот этап пропущен. То есть это, ну, нельзя это делать, пациент не готов. Потому что решение о лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий – это непростое решение, но и дорогостоящее, и затратное во всех смыслах. Поэтому пациент тщательно выбирает. И вот такое поверхностное там, за 2-3 минуты, конечно, пациентов расстраивает. Спешка, ну это везде в любой специальности не нравится, то есть когда врач спешит, не успевает и так далее, забывает пациента и все прочее. Четвертое – это отсутствие контакта. Пациенты на сегодняшний день, я бы не говорил слово «избалованы», но не хотят иметь контакт, доступ к врачу, ну, практически все время. Если не хотят иметь возможность задать вопрос в любое время, когда им в голову пришло, чтобы получить сразу ответ. Как правило, мы даем свои контакты на случай экстренных ситуаций. Но пациентам хочется иметь эту связь все время. И все практически врачи, большой объем пациентов, много работает, в частной особенной медицине. То есть они все время с телефоном, все время отвечают на сообщения. То есть тогда это... у меня встречный вопрос, ну где границы? Ну тогда пациенты пишут в 2 часа ночи, и в воскресенье, и когда вы на шашлыках. Да, как отрегулировать? Это очень сложный как бы, вопрос. То есть здесь иногда я просматриваю сообщения, не отвечаю. То есть если это не срочно, если это мой выходной, или это 2 часа ночи, я просто не отвечу. Если это срочный вопрос... Но вы его просмотрели, то есть вы проснулись для этого? Да. Ну, по-разному. Здесь люди порой пишут в интернете, то есть просят дать консультацию в интернете, и когда не отвечает или отвечает кратко, обида. То есть людям кажется, это какой-то бесплатный ресурс, который можно вот использовать. То есть есть злоупотребление, оно присутствует такое. Но тем не менее отказаться, кто-то говорит, там, не давай телефон. Ну как? То есть я не могу от этого отказаться. То есть контакт нужен, это важно очень. Поэтому, если возвращаясь к ошибкам, то есть это вот в самом конце от этого можно было бы отказаться. Но если сделать все предыдущие шаги верно, то есть здесь можно поставить барьер, но как бы я вот не готов, потому что мне легче в 2 часа ночи ответить на какой-то экстренный вопрос, чем потом потерять контакт, потерять пациента и не достичь результата, который можно было достигнуть. Поэтому я не готов от этого отказаться. Вы меня совершенно потрясли историей про одну из самых частых жалоб. Вы назвали ее прям вот в первых рядах, что врач в меня не верит. Угу. А что является индикатором? Вот когда врач верит в пациента, как это проявляется? Как это пациент считывает? Не знаю. Ну, а верить? То есть это нельзя изобразить, а верить. То есть бывает сложная ситуация. В чем она заключается? Нельзя врать пациенту. То есть нужно описывать ситуацию так, как она выглядит на самом деле. Есть технологии, но они взяты из продаж. Опять крамольное слово прозвучало. Да, второе открытие ящика Пандоры, да, продажи и медицины. То есть так называемый сэндвич. То есть хорошая новость, плохая новость, хорошая новость. То есть достаточно часто в медицине мы используем. То есть у нас, здравствуйте, как ваши дела, все хорошее, потом вываливаешь все плохое, но есть решение. То есть этот сэндвич, он все равно присутствует у человека. Да, вроде бы все как бы это, но я знаю, где, куда мне двигаться, то направление, куда двигаться. И врач верит в меня, он знает, что делать. Это важно. Здорово. Я поделюсь, недавно вела занятие у ваших коллег, у врачей-репродуктологов, по сообщению сложного диагноза. И обратная часть этого сообщения, как пациенты принимают сложный диагноз. И для моих слушателей была совершенно инновационная мысль, что есть 5 шагов принятия сложного диагноза, такая кривая принятия изменений. И сначала пациент шокирован, это шок отрицания, потом это неизбежная агрессия, она может там по-разному проявляться, потом торг, потом депрессия, и только потом принятие. Вот, Ирина Владимировна, когда вам приходится сообщать плохие новости,
о опухоли, о онкологии, о каких-то других там, тяжелых аспектах, которые перевернут жизнь пациента. Вот что, на ваш взгляд, здесь ключевое? Что самое важное при сообщении? Ну, наверное, в таких ситуациях самое главное – оставить человеку надежду на то, что жизнь на этом не заканчивается, что есть решение проблемы, и на сегодняшний день действительно практически все наши нюансы могут решаться. Но даже если говорить о такой тяжелой ситуации, как антенатальная гибель плода, и женщина понимает, что она должна родить этого ребенка, но она не получит ребенка как такового, это действительно достаточно сложный момент, и он его уже не исправить конкретно для этой ситуации. Но вот здесь вот важно оставить надежду, укрепить пациентку в надежде на то, что следующая беременность будет абсолютно нормальная, что к ней нужно подготовиться, что были, может быть, совершены не ею, не надо подчеркивать то, что она ошибалась, были совершены и не врачом, который вел там беременность и так далее, просто были совершены какие-то ошибки, произошел несчастный случай, так может быть на любом этапе жизни ребенка и человека после его рождения, так же может быть и внутриутробно, но тем не менее, зная такие нюансы, все дальше будет хорошо. То есть вот этот вот момент, да, он, наверное, основан на вере пациента к врачу. Вот если пациент тебя услышал, он тебе поверил, то ты можешь укрепить его в этой надежде. На доверие. Да, в надежде на то, что дальше все будет хорошо и так далее. Вот сейчас очень сложный, кстати говоря, момент касается сочетания онкозаболевания и беременности. Зачастую мы оставляем женщине шанс родить ребенка, мы иногда досрочно роды разрешаем, проводится даже химиотерапия опухолей различного локализации во время беременности, с неплохим результатом и практически отсутствием неблагоприятного влияния на рожденного ребенка. И вот здесь вот как раз совокупность и знаний, и какой-то психотерапевтических технологий, да, используемых врачом, она даст результат благоприятный. Хотя у меня была в практике пациентка, которая впервые диагностированной лимфомой в 20 недель получала химиотерапию, вынашивала беременность, и я с ней подошла поговорить, просто потому что это был относительно интересный клинический случай. Мы набирали таких женщин, со студентами делали научную работу, и понимая, что студент не справится поговорить, да, скажем так, не сможет доверительно поговорить с пациенткой, ситуация сложная, я пошла с ней поговорить. Я говорю, смотрите, да, у вас непростой диагноз, информирована о всех этапах, она достаточно возрастная. Я говорю, смотрите, как хорошо вам помогают, вам дают шанс, у вас будет ребенок, вам вернут здоровье, потому что терапию проводят и во время беременности. На что она, выслушав меня очень внимательно, как мне показалось, у нас с ней установился неплохой контакт, и даже потом она благодарила меня, но тем не менее она сказала, а вы знаете, я не уверена, что это правильное решение со стороны тех врачей, которые вели мою беременность, и что вот это правильное мое собственное решение, что это хорошо. А возможно, она имела в виду, что исходы неизвестны, и будет ли абсолютно здоров в дальнейшем ребенок, непонятно, и что будет с ее собственной жизнью, еще тоже вопрос. Но, тем не менее, вот она как-то, может быть, дополнительно укрепилась после разговора со мной о том, что да, будет все-таки благоприятно все. Но, тем не менее, вот эта черная туча с ее души не ушла. Такая. Интересно, то есть фактически она постфактум обвиняла врачей в том, что они либо на нее... Себя ли врачей, судьбу, злой рок, что угодно. Что решение было принято не совместно, что это было скорее решение врачей, да. И она там как-то пошла на поводу или... Наверное. Мы с ней поговорили, да. Что у нее просто выхода другого выхода не было. Но да. Вот она сожалела о том, что не было ее собственного вклада в решение. Камиль Рафаэльевич, а у вас такое бывает? Вот, например, пациентке показано хирургическое лечение. А она говорит, ни в коем случае я боюсь, не хочу, у подруги там рассосалась самой, или она там какие-то травки пила. Я могу вам рассказать, что у меня сегодня была такая ситуация, когда пришла пациентка от другого доктора. Я считаю, что доктор с этой пациенткой не доработал.
Это мое глубокое убеждение, потому что я в течение 40 минут рассказывал о технологии операции, почему нужно оперировать. И пациентку я не смог убедить, что ей нужна операция, хотя у нее была опухоль. Вот. Она долго сомневалась, она говорила, ну вот если меня вы не соперируете, я завтра не умру. Я говорю, завтра вы не умрете, но через какое-то время может эта опухоль переродиться в злокачественную. Она ушла думать. Хотя время я потратил достаточно много, но она ко мне через месяц записалась на прием. Ну, дай бог, что через месяц какие-то правильные мысли вызреют. Да. А если нет? Ну, послушайте, если нет, что можно сказать? Дай бог, чтобы у нее эта опухоль не оказалась злокачественной. А вот видите, у нас сегодня передача получилась немножко про вот те грани, про те этические решения, которые врач принимает для себя в отношении пациентки. Вот где для вас та грань, когда надо настаивать? Вот вы видите, что ей однозначно показана эта операция, но она там категорически отказывается. Понимаете, в чем дело? Моя задача объяснить. Я не могу давить на человека, там, ругаться на нее и там, говорить, что ты ничего не понимаешь. Вот я энное количество лет учился. Это, кстати, тоже одна из ошибок врачей. Вот, когда начинают давить на пациента, унижать пациента. Мы, к сожалению, с этим встречаемся. Вот, и это не зависимость от того, в каких учреждениях работает доктор, там, в государственных или в частных. К сожалению, есть это и в частных историях, хотя пациенту туда приходят совершенно за другими вещами. Вот, но информированность, да, то есть я с ней провел беседу, я ей привел статистические примеры. Вот. Я думаю, что все-таки у нее что-то в голове запало. И я надеюсь, что она придет на операцию. Всегда в таких ситуациях я говорю, понимаете, моя функция заключается не в том, чтобы именно я вас соперировал. Если вы хотите, я вас соперирую. Думаю, что это будет для вас хорошо. Но если вы пойдете в другое место и там соперируете, я буду считать, что свою функцию я выполнил, просветительскую, и получу от этого большое удовлетворение, что я выполнил свое врачебное дело. Вот, поэтому это очень важно. Здорово. Виктор Александрович, бывает ли так, что к вам приходит пациентка, и вы видите, что она нуждается в психотерапевтической или психологической, может быть, даже психиатрической помощи. Вот как быть тогда? Такое действительно бывает, потому что люди, которые сталкиваются с бесплодием, это тяжелая проблема. То есть это, ну, своего рода даже социальная стигма какая-то, можно так это обозвать. Потому что людям вначале говорили о гинекологии вообще, репродукция – это в частности бесплодие. Парам стыдно поделиться. Для мужчины, если в браке нет беременности, некая потеря и мужественности, у женщин некая потеря женственности, по крайней мере, это в головах происходит. И когда там окружающие, родственники, друзья, когда вы, а скоро ли, им нужно придумывать что-то. Мы там для себя, мы там то, мы child-free и так далее. То есть какие-то находят обоснования. Это неудобно, это неприятно, это тяжело, это изматывает. И внутри отношения могут нарушаться, то есть в паре. И, конечно, в этом случае требуется помощь специалистов. То есть здесь психологи, в какой-то степени психиатры, они приходят на помощь. То как есть, вы обсуждаете эту необходимость с пациентом? Ведь сама идея обращения к психологам, ну, все больше и больше она получает распространение, но отчасти это тоже такое стигматизированное действие. Я, наверное, приведу пример из гинекологии. Это было очень давно. У меня была пациентка в гинекологии, боли в животе, но не очень характерны для гинекологии были. Терапевт посмотрел, говорит, как-то не очень, надо к психотерапевту показать. Это было не Москва, это был Нарьян-Мар, то есть там не так много врачей, и ее ведет санитарка на консультацию. Не к психотерапевту, там не было психотерапевта, был психиатр. То есть сразу к психиатру ведет. Она говорит, ну как, я же не сумасшедшая. У меня же работа ответственная, я же не сумасшедшая, я же нет. Потом с ним разговариваю, там все врачи друг друга знают, как? Он говорит, да как, у нее муж пьет, у нее дома все неспокойно. Выписал ей препараты, ну, достаточно простые препараты, но успокоилась, боли в животе прошли. Бесплодие отчасти может так решаться, потому что если посмотреть на базовую, скажем так, биологию, если, ну, люди все равно животные, как ни крути. То есть, если животное находится в стрессе, ему не до воспроизводства. Если нет безопасности, функции так или иначе должны идти отключаться. Это не самое важное. Если это задача выжить, то есть состояние стресса,
останавливается. У людей также эта функция реализуется, и есть, там, скажем, так называемая менорея военного времени. Стресс, нарушается выработка гормонов, менструация прекращается. Никакой беременности нет. То есть это присутствует. Снятие стресса нормализует ситуацию. То есть единственное, что технологии на сегодняшний день дошли до того, что мы можем это легко обходить и решать эти вопросы, то есть работы там с базовыми органами, там, с яичниками, с маткой и так далее. Но тем не менее, для... это такой очень прямой подход. А чтобы помочь человеку вообще принять решение даже лечить бесплодие, конечно, здесь психолог и психиатр не помогают. Пациенты некоторые говорят, нет, я работал с психологом, прежде чем принять это решение и двинуться дальше. То есть психотерапевт мне помог, и мне стало лучше, легче и так далее. То есть это да. Здорово. Приходится ли вам рекомендовать пациенткам обращаться к психологу либо к психотерапевту? Да, конечно. И вы знаете, у нас же в штате родильного дома есть психолог, который, ну, действительно очень ответственно работает, очень душевно работает с нашими пациентками. У него есть и групповые, и индивидуальные занятия. Все это в программе УМС проводится. И очень важно, что мы это не потеряли. Мы много что потеряли в организации здравоохранения и родовспоможения, в том числе программе УМС, но вот эта часть осталась. И женщины очень охотно откликаются, потому что иногда это единственная возможность на протяжении всей беременности, случайная госпитализация там, по поводу болей, приходящих несерьезных в животе, 3 дня, но за эти 3 дня она успевает получить то, что ей, вот, наверное, те, скажем так, ответы на те вопросы, которые у нее в голове есть, но задать их ей просто некому. Некому, пообсуждать просто не с кем. Некому. Не все ты можешь спросить у мамы, далеко не все у мужа, поделиться, как говорится, своими мыслями, иногда мы их называем тараканами. Да, потому что действительно это воспримут просто как блажь, глупость или что-то еще, а это может быть серьезной проблемой, такой психологический якорь, который не дает возможность двигаться дальше и приводит иногда к серьезным расстройствам или осложнениям беременности. Мне, психологу, исключительно отрадно слышать такую высокую оценку деятельности моих коллег, что психологи в помощь, подспорье врачу-гинекологу. Нередкая ситуация. Приходит женщина, допустим, там 46, 47, 48, говорит: «Здравствуйте. Мне вас подруга моя посоветовала, одногодка моя. Все, она со своими клетками, все родила, все у нее здорово, там ей 47, говорит, ну, ровесница. А я не могу сказать, что там донорские яйцеклетки». И в результате ситуация, что, говорит, и я ограничен в средствах, когда просто человек приходит, я рассказываю, как есть все. И сказать, что вот так, то есть мне приходится говорить, что да, в данном случае вот ей повезло, да, шанс у нас был минимальный, нам вот... Но вообще ситуация обстоит вот так. Но вот эта вот история, когда... Или там приходит 42, тоже не сладкий возраст, типа, как я лежал в больнице, там вот 48, она на сохранение беременности у вас была. Я тоже не могу сказать. А ей-то 48, а мне-то всего 42, у меня-то точно все получится. Но бывают обратные ситуации. В этом году была пациентка, 44 года. То есть шансы очень низкие, то есть статистически. Тем не менее, мы даже не стимулировали, хотя резерв у нее хороший, можно получить много было яйцеклеток. От их количества зависит, сколько эмбрионов, ну и в конечном итоге успешность. Тем не менее, мы с первого раза получили эмбрион с нормальным кариотипом. Шансы получить такой эмбрион очень низкие. Мы сразу получили, но вот перенос у нас будет где-то сентябрь-октябрь, то есть мы ждем. Хотя будем болеть за ней. Ей надо было бы штук 40 по статистике этих клеток, мы с первой получили. Поэтому, когда кому-то ровесницам рассказываю, ну вот шансы такие-то. Ну, говорю, ну в этом году была вот такая история. Оно бывает. Я не хочу вас ориентировать на чудо. Я должен говорить, как это бывает в среднем для принятия решений. То есть не могу я говорить, что вот, а вот и будет все здорово у вас. Ну, нет. То есть скорее в эту сторону двигаться. То есть если у кого-то очень хорошо, то вести у кого-то очень плохо. И тяжелое решение принимать. И говорить о самых тяжелых решениях в репродукции – ну, наверное, это о донорстве. То есть, когда, особенно если нет детей, то есть человек, принимая решение, что нужна донорская яйцеклетка, это такое, ну, в своего рода экзистенциальное, что ли, решение. Он понимает, что от него на свете ничего не останется. А как же я? А как же род-то? Моя мама с папой. Род наш оборвется, я ничего не оставлю. Это тяжелое решение. И вот здесь в случае, если у супругов разные мнения на этот счет, и, например, кто-то из супругов призывает вас в качестве усиления собственной позиции. Вот
Как быть здесь? Я обычно нейтралитет соблюдаю. То есть я даю информацию, как лучше поступить. И здесь, кстати, тоже я хотел бы добавить. А пара принимает решение, как им поступить и что делать. И касательно убедить, настоять и так далее. На самом деле в медицине обычно мы выбираем какой-то путь. И далеко не всегда это черное-белое. 100% и ноль. То есть 55-45... Ну, 60-40 уже шикарное решение. Здесь очень просто уже принять. А когда ты не знаешь и взвешиваешь вроде бы сюда, если что-то пойдет не так, и ты понимаешь, что вот здесь даже шансы, где крайне низкие, здесь тоже успешные люди есть. И здесь тоже все может быть хорошо. А там, где все вроде бы статистически здорово, может быть, все оказаться не так. Это операция, которую вот сегодня обсуждали, но разные бывают. То есть мы понимаем, что это может даже там анестезиологическое пособие. Тромб, который оторвался, и который, может быть, не было этой мобилизации после операции, все было бы здорово. Ты не знаешь где. И уговорив человека, и настояв, ты как бы принимаешь груз вот этой ответственности лишний за решение, которое человека должно быть. Настаивать никогда нельзя. Человек должен сам тебя попросить. Но если это речь идет о плановой операции. В медицине вообще и при лечении бесплодия должен быть кредит доверия довольно большой. Потому что реально... От пациента к врачу. Да, ну большой. И действительно, если доверяет, шансы, что дойдешь до конца, они намного выше. Если нет, лучше остановиться. То есть даже ну, не двигаться вперед. То есть ни к чему не приведет. Как у нас получилось сегодня? Да, мы говорили про некоторую этическую позицию врача и как она транслируется вовне, как притворяется в набор конкретных действий врача по отношению к пациенту, и где та грань, когда надо убеждать, и когда нужно убеждать уже остановиться. Под занавес нашего сегодняшнего разговора, Ирина Владимировна, вот если давать какие-то советы, рекомендации молодым коллегам, вот как это можно было бы структурировать? Ну, наверное, тут можно сказать очень простую фразу, первой. Начните с себя. И вот здесь вот Камиль Рафаэльевич сказал, что прежде всего вы посмотрите на себя со стороны пациента, какого врача вы в себе видите и какого бы врача вы хотели увидеть перед собой для себя собственно, для себя лично и для своих близких. И вот исходя из этой позиции, вы должны, наверное, работать над собой. Работа врачом – это не только знания медицинские, это не только умения и навыки, как мы говорим, но и это постоянный труд, тяжелый труд над собой самим, борьба в какой-то степени с самим собой, потому что выстраивать отношения можно только тогда, когда ты сам в себе, во-первых, уверен, во-вторых, ты сам себе доверяешь, и ты бы себя доверил, ну, скажем так, вот такому врачу, как ты. Камиль Рафаэльевич, ваши рекомендации? В первую очередь доктор должен любить пациентов, он должен сострадать своим пациентам. И бывают такие ситуации, когда какой-то сложный диагноз и какое-то должно быть сложное решение. И пациенты меня спрашивают, Камиль Рафаэльевич, ну вот что нам делать, что? Я всегда говорю такую фразу, вот если бы вы были моей родственницей, я бы вам рекомендовал вот это. И эта фраза пациентов очень подкупает. То есть они понимают, что своему близкому человеку я бы рекомендовал вот это. Вот, поэтому я считаю, что пациентов нужно обязательно любить. Спасибо большое. Вот, наверное, главная мысль. Mm-hmm. То есть искренне стараться помочь. Не изображать, что ты хочешь помочь, а искренне. Люди это видят, это ну, сложно придумать или изобразить. Если ты искренне хочешь помочь, пациент это оценит, и ты вольно-невольно станешь хорошим врачом. То есть это искренность и искреннее желание сделать хорошо. То есть это важно. То есть вот так. И причем не показать, какой ты хороший, а помочь этому человеку. Вот он пришел с этой проблемой, ты берешь это на себя. И когда вы стали говорить, там, мне не важно, кто прооперирует, я или кто-то другой, то же самое и здесь. Mm-hmm. Мне не очень важно, то есть как вы получите эту беременность, то есть уйдете. Но я буду считать, что здорово. Бывает, ну, там, раз в год пациент приходит на первичную консультацию по бесплодию, я ставлю датчик УЗИ, там беременность. Такое тоже бывает. И мне радостно. То есть проблемы-то нет. То есть я с пациентом на одной стороне, бесплодие на другой стороне. Как он получил? Ну, или здоровье, если так более широко смотреть. Мне все равно. То есть я испытываю ну, искреннюю радость, что все хорошо, что все здорово. Или там пациенты... Ну вот наступает беременность, так или иначе, такое тоже выделили, пришли на консультацию, знаете, там через 2-3 месяца, а у нас все получилось отлично, супер, классно. Здорово. То есть чувствуешь себя на этой же стороне, и эту искренность пациент ну, чувствует, это важно.
Спасибо вам большое за то, что нашли возможность прийти сегодня, поучаствовать в программе. Спасибо вам, коллеги, за то, что нас слушали и участвовали. Это была программа «Цикл передач «Будь ближе», и мы говорили о коммуникации в гинекологии. Еще раз благодарю экспертов за сегодняшнюю передачу. Спасибо. Спасибо вам. Всего вам самого хорошего.